Хью на связи. Мы нашли здание, где АИМ готовится запустить еще один якобы дуговой реактор. Все помнят, чем это закончилось в прошлый раз. Мы должны им помешать. Дуговой реактор уже близко. Джарвис, ты фиксируешь какие-нибудь сигналы? Цель обнаружена и зафиксирована, командир Хилл. Удачи вам! Неподалеку находится элитный отряд АИМ в полной боевой готовности. Высылаю координаты. Меня на радаре техника АИМ. Пока-пока! Давай, тебе, старик! Берем тачок! Направляйтесь в указанную точку. Кто-нибудь следит за счетом? А то я явно веду. Этот отряд не просто будет нейтрализовать. Раз, Палеонос! А уже легче этого ничего нет. Скорее перехватите их. Хотите увидеть все мои пушки? Запросто! Секретное оружие. Не волнуйтесь, меня на всех хватит. Спокойной ночи, дорогуля. Отряд прознал о вашем присутствии. Будьте осторожны.
Вижу! Недружественные силы! Рядом должен быть ящик с оборудованием. Если вы не в курсе, тут полно плохих... Агенту щита рядом с вами нужна помощь. Домой все! Благодарю за помощь, мстители! Когда же они наконец усвоят урок? Вижу против... Вы должны победить всех членов элитного отряда.
Агентов убит. Превосходно. Еще один агент убит. Уничтожен. Мы должны захватить их системы. Доставьте меня в указанную точку. Доберитесь до этой контрольной точки.
Зажигаем! Я не могу войти в их систему с такого расстояния. Берегись! У нас гости! С тобой все! Вот теперь повеселимся! Готовьтесь, они не зах... Вы просили меня отмечать любые предложения на аукционе, в которых может быть замешан Stark Industries. Новый стартап из Невады под названием Mifsign предложил крупную сумму по нескольким лотам. Мы все тщательно проверили, Mifsign выглядит правдоподобно, не вижу причин для отказа. Единственный момент, их заинтересовал лот ST-7981, который вы пометили как потенциальную цель мистера Старка. Mifsign просит по возможности выслать его отдельно от прочих вещей. Ожидаем вашего подтверждения. Хотят подпускать нас к своим системам. Лучше поторопитесь. Нам необходимо добраться до контрольной точки. Рядом с вами есть тайник щита. Ладно, ладно. Понял, это оборудование щита.
Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Хотел бы я оказаться на вашем месте. Спокойной ночи, дорогуля! Мне понадобится время, чтобы обойти их системы безопасности. Удерживайте эту территорию, но не отходите слишком далеко от контрольной точки. Свет!
А это откуда взялось? Когда же они наконец усвоят урок? Готово. Отлично. Постарайтесь на время получить контроль над сетью АИМ, чтобы я смог проникнуть в их систему безопасности. Ну,
Да, не ту сторону ты выбрал. Вижу противника! Доберитесь до терминала, и я впущу вас в лабораторию. Сеть АИМ оснащена многоточечной системой аутентификации. Мне нужен контроль над несколькими терминалами. Чем больше, тем лучше. АИМ постарается инициализировать протокол отключения, если получит доступ к терминалам. Помешайте им. Протокол отключения инициализирован. Я вошел в систему безопасности АИМ. Получите, распишитесь! Начинаю взлом. Начинаю взлом. АИМ пытается отключить меня от системы. Эй, а это... Я проник в систему безопасности АИМ. Это недалеко отсюда. Вот оно, прямо по курсу. Зажигаем! Получилось.
У АИМ неподалеку построен дуговой реактор. Уничтожьте его. Спокойной ночи, дорогуля! Рядом расположен ящик с оборудованием. Брюс, я уже повела себя глупо на нашей первой встрече. Надеюсь, ты не будешь злиться, если что-то подобное повторится. Мне просто не по себе среди таких знаменитостей. Вы с Тони так добры. Я хотела поблагодарить вас за то, что вы максимально сгладили эту сложную ситуацию. Знаю, доктор Тарлтон кажется немного отстраненным, но в личном разговоре он признал, что благодарен тебе за великодушие. Подстроиться под ритм работы Мстителей было нелегко для нас обоих, но я обещаю, что сложности нас не остановят. Ты говорила о встрече за чашечкой кофе. Если это не было просто из вежливости, то я принимаю предложение и повышаю ставку. Давай пообедаем вместе. Ты в городе недавно, а я почти никуда не выхожу, так что для нас обоих это в новинку. Назовите время, доктор Беннер, и я в игре. Моника.
Реактор питается от 4 распределительных щитов. Уничтожите их, уничтожите реактор. Распределительный щит уничтожен. Держи 5! Еще один распределительный щит уничтожен. Прощай. Отлично. Еще одним распределительным щитом меньше. Дуговой реактор отключается. Спасибо вам, мстители. Мои люди продолжат следить за объектами АИМ. Мы однозначно не хотим, чтобы АИМ заполучила в свои руки взрывоопасную установку такой силы.